Готовим безумно вкусный брауни-чизкейк с вишней. Для вишневого слоя соединяем вишню, сахар, кукурузный крахмал и, помешивая, доводим до кипения. Варим до загустения, снимаем с огня и даем остыть. Для брауни сливочное масло и шоколад растапливаем в сотейнике или в микроволновке, даем немного остыть. К муке добавляем какао, сахар, соль, разрыхлитель и перемешиваем. Добавляем яйца, молоко, растопленное сливочное масло с шоколадом и на низких оборотах миксера смешиваем до однородной консистенции. Лайфхак. Чтобы выпечка легко отходила от формы, делаем французскую рубашку. Для этого форму смазываем холодным сливочным маслом, добавляем муку и равномерно распределяем. Излишки муки убираем. Заполняем форму тестом для брауни. Для чизкейка творожный сыр, сахар, яйцо, кукурузный крахмал и сливки пробиваем блендером и выкладываем сверху на брауни. Выкладываем вишневый слой и делаем узоры, не задевая слой брауни. Выпекаем при 180 градусах примерно 50 минут. Всем приятного аппетита!